Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я заканчиваю свой ивент-календарь за январь и заканчиваю довольно-таки суровой игрой. Игра называется «Выжить в зоне 51». Сегодня 30 января, и я попробую это сделать. Попробую впервые поиграть в игру. Выживите и убейте маньяков в зоне 51. Ну что ж, ребята, погнали. Итак, мы появляемся на какой-то военной базе. Я впервые, ребят, буду играть в эту игру, поэтому не кидайте помидорами, не знаю, что здесь делать. Будем разбираться. Итак, пока ребята решают, куда меня вести, к боссу, либо же в какой-то другой ужас, я иду смотреть, что здесь вообще вокруг есть. Первое, что меня смущает, что у меня нету оружия, а только фонарик, поэтому я решил купить вот такое вот оружие. Стоит оно немного, 30 робоксов, МГ-42. Неплохо, все. Теперь уже повеселее. У меня есть фонарик, у меня есть оружие. Оно даже стреляет, это хорошо. Так. А это что такое? Вау, смотрите, ребята, я сделал скин, и слева у меня появились персональные задания для меня. Так что здесь можно еще выполнять персональные задания. Не знаю для чего, что будет, если выполнить абсолютно все задания. Ну да ладно, сейчас разберемся. Прыгаю вниз и начинаем свое путешествие в зоне 51. Пока все тихо, пока все спокойно. Так, компьютеры работают, окей. Мы разделились. Какая-то платформа, она едет. О, ничего себе! Ну что, ребята, мой первый килл, и я убил, по-моему, Джейсона. Ладно, идем дальше. А вот кто это? А, это Гринч. Ладно. Гринча можно не убивать. Что там взрывается, эй? Чё не понял? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, ладно, пока не совсем все понятно. Мы что-то ходим по каким-то непонятным... что это такое? Я же его убил. Короче, ребята, монстры тут оживают. Неожиданно. Так что долго находиться на одном месте здесь нельзя, и нужно постоянно бегать! Боже мой, что это было? Еще какую-то гадость я убил ползучую. Так, что тут? Что тут? Что тут? Я хочу еще раз туда залезть, но у меня не получается. Да. В общем, я попал на какую-то базу, где очень много всяких суровых NPC. Так, я понимаю, что там просто можно зайти в соседнюю комнатку. Ладно. Это мы тогда не будем пока делать. Может, в другой раз туда сходим. Так, что здесь? Здесь какие-то у нас клетки. Что нужно сделать? Сюда идти? Опа! Секретный ход! Нормально. Идем, падаем. Так, что здесь? Куда дальше? Ой, это токсичное. Это надо перепрыгнуть. А я не умру? Вроде нет. Так, смотрите, ребят, я нашел винтовочку, снайперку. Класс. Подхожу, нажимаю. Вау, она у меня появилась. Теперь у меня есть снайперка, теперь у меня есть пулеметик и фонарик. Ну что ж, неплохой наборчик. Я думаю, выживать теперь будет повеселее. Оказывается, ребята, здесь довольно-таки много разных мест, разных пасхалок, куда можно зайти, найти где-то оружие, либо же что-то еще. Ну, в принципе, какая-то дверь была, но она закрыта. В принципе, что я хочу сказать? Что у тебя много заданий, и там тоже в перечне я смотрел, что нужно находить оружие. Поэтому попутно вы вооружаетесь и заодно выполняете свои личные задания. О, тут в каждой комнатке кто-то есть. А это что такое? Открылся какой-то портал. Ладно. Давайте отправимся, посмотрим, что там будет происходить. Ну что, ребят, пока мне игра нравится, довольно-таки жуткая, интересная, но посмотрим, что будет дальше. Но вы пока можете поставить лайк под этим видосиком, если вам нравится эта игрушка, если вы хотите, чтобы я прошел какой-то еще тут ивент. О, смотрите, ребят, я нашел ключик. Прикольно. Что такое?
Ай-ай, я когда так прыгаю, мне по голове бьется. А, это типа телепорт, что ли? Я что, теперь обратно вернулся? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, изи-изи, ребята! Что происходит? Везде какие-то монстры, они оживают постоянно. Тут вообще нельзя находиться, мало времени. Так, а это что такое? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. В общем, ребят, если я смогу достичь 40 убийств, то я смогу улучшить свое оружие в этой странной машине. Да, интересно, интересно. Ой, ой, у него было оружие. Кстати, ребята, оказывается, пулеметик-то мой не бесконечный. У меня осталось всего 39 патронов, так что я рано радовался, что купил себе оружие, и теперь мне его хватит на все время. Так. Вот, еще оружие, отличненько. Галочка поставлена. Я уже что-то выполнил в своем списке. Это хорошо. Так, где мои помощники? Вот, фух. Один вернулся. Соник. Атмосферная игра, что вам хочу сказать. Но мне не хватает какого-то, ну не знаю, прохождения что ли, чтобы мы бежали, какого-то босса убивали или что-то. А то бегаем все по комнаткам каким-то, выполняем задания, ищем домик какой-то убитый. Боимся. Так, давайте снайперку попробуем. Пинч. Пинч. Снайперка убивает с одного выстрела. Это нравится. Мне это очень хорошо. О, нашли Гринча. О, это, кстати, теперь можно открыть, да? У меня же ключик есть. Давайте откроем. И здесь у нас... Боже мой, это же камера пыток. Ребят, еще одна галочка у меня поставлена. Боже, какая жуть. Страшно подумать, для чего все это? Кошмар. Это электрический стул. Ой, 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 зачем я сюда сел? Нет, нет. Лучше в гильотину. Ой, нет. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Короче, ребята, я не смог выбраться, придется нажать кнопочку. Фух, я уже испугался, я думал, сейчас без головы пойду. Но нет, все обернулось хорошо, и я выжил. Да, садистская комнатка, ничего не скажешь. Так, ну что, ребят, погнали дальше. Бенч. Отлично. Отлично. Снова выстрелы всех. Он, видите, опять возродился. Бесконечно здесь. Ладно, пойдемте посмотрим, что Гринч мне покажет. Воу, 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 робот. Робот, ничего себе. Робота выпали глазки. Так, здесь какой-то аппарат уродцев каких-то. Тут чекпоинт. И куда-то опять у нас потайной входик. Так, тут скелет убит, очень странно. Кинжалом. Зарезан с особой жестокостью, я бы сказал. Тут, ребят, все время нужно смотреть назад, оглядываться, потому что в любой момент вас могут убить. Так. Ой, котик. Черт, он меня убил. Ну что ж, ребята, прикольная игра, обязательно поиграйте, если вы еще в нее не играли. Ну а я завершаю свой ивент-календарь. Наконец-то я поиграл абсолютно во все топовые игры Роблокса. Всем пока.